Содержание статьи «Персонализированная медицина. Квантовый интернет. Цифровые деньги. Противовозрастные препараты. Компактные системы искусственного интеллекта». Каждый год те или иные технологии совершают прорыв, навсегда изменяющий реалии нашей жизни. Мы выбрали наиболее значимые и перспективные идеи, которые в этом году внесут свой вклад в решение актуальных проблем. Персонализированная медицина. Развитие технологий биоинженерии позволяет современной медицине бороться с чрезвычайно редкими смертельными заболеваниями, изучением которых прежде всерьез никто не занимался из-за того, что они были действительно единичными случаями. Ситуация начала изменяться благодаря появлению новых классов препаратов, адаптированных к генам отдельного человека. Если какое-то редкое заболевание вызвано мутацией ДНК, то сейчас появилась возможность исправить это, заменяя, редактируя или блокируя определенные гены. Несмотря на то, что такие препараты сегодня все еще не всегда могут обеспечить полное выздоровление, они как минимум эффективно стабилизируют состояние пациента и снимают симптомы, обеспечивая достойную жизнь. При этом такое лечение можно запрограммировать цифровым способом, последовательно исправляя или компенсируя наследственные заболевания ген за геном. На сегодня существует лишь горстка людей, получивших такое лечение, но механизм запущен, и в дальнейшем их число будет стремительно расти. Основной проблемой такого метода является стоимость. Поскольку фармацевтические компании не заинтересованы в дорогостоящей разработке и производстве препаратов, которые помогут всего одному или нескольким людям. Квантовый интернет. Команда голландских ученых из Делфтского технического университета прокладывает между четырьмя городами компьютерную сеть нового поколения, работа которой основана на законах квантовой физики. Главным преимуществом такого интернета является его абсолютная устойчивость к взломам. За последние несколько лет исследователи научились передавать пары фотонов по оптоволоконным кабелям так, чтобы безопасность потока данных нельзя было нарушить, не изменив базовые законы природы. Данная технология основана на квантовом поведении запутанных частиц, считать которые невозможно без нарушения содержимого потока информации. Главная проблема на сегодня заключается в сложности создания и отправки таких пакетов данных на большие расстояния из-за их чувствительности и хрупкости. Поэтому для обеспечения непрерывного соединения потребуются квантовые повторители, которые уже разрабатываются несколькими командами ученых. Исследователи прогнозируют, что к концу десятилетия человечество будет активно пользоваться квантовым интернетом. Цифровые деньги. По мере уменьшения использования наличных и развития технологий блокчейн за последние несколько лет обсуждение концепции цифровых денег переместилось из кругов сообщества шифропанков в исследовательские подразделения центральных банков и технические отделы международных корпораций. Однако глобальной эта тема стала после того, как компания Facebook объявила о разработке собственной криптовалюты, обеспеченной корзиной валют нескольких стран и привязанной к их курсу. Многие правительства начали беспокоиться о перспективах появления универсальной трансграничной валюты, принадлежащей частной компании и доступной любому пользователю интернета. На этом фоне они ускорили собственные разрабы. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.